Сговорились, чтобы убить. В Одесской области полиция задержала 4 человек, которые подозреваются в убийстве местного жителя. Правонарушители смертельно ранили пострадавшего, а после закопали его тело. Первую пропажу обнаружила мать 36-летнего мужчины. Правоохранители установили, что последними, кто видел его, были 4 человека возрастом от 19 до 21 года. Двоих из них умерший знал лично. По версии следствия, преступление было спланированным. Сообщники заманили мужчину в заброшенное здание на краю Одессы, где и убили его. Осознав тяжесть преступления, трое скрылись в Одессе, а еще один вернулся домой, в Днепропетровскую область. Наразі усі четверо спільників затримані. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке передбачене пунктом 12 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Всім фігурантам вже оголосили підозри та всіх взяли під варту. Слідство триває.